А дело в том, что отец умел играть на гитаре и на балалайке. И он говорил: ну, Вова, давай, танцуй. И начинал играть, и я тут что-то изображал. Такое, не знаю уж, может быть, это хорошо, может быть, плохо, но, в общем, представ. И все были тут, ну, знаете, как ребенок танцует, все в восторге. И, наверное, я сам пошел в это, тут знал, что есть такое училище балетное, где-то там в Москве, на Неглинной улице. Сам пошел, меня проверили, там тоже была большая комиссия, я уже не помню, кто там были, потому что, ну, очень много народу. Ну и меня взяли, и с этого началось началась моя учеба, вернее. Знаете, что вначале мне даже не очень понравилось, потому что это было нудно и скучно. Это что-то палки поставили нас лицом, что-то там выворачивали ноги, я уже даже очень плохо помню. Я не просил первый раз на полу поворачиваешься, и вот перед носом бросаешь ногу. Да. А руки держишь. Препарсион, здесь стоим, здесь препарсион. Нет, пятая позиция, вот так. ЖТ, поехали, ЖТ. Что? ЖТ, антурнан. И, который мы делаем, да. Теперь опять ЖТ, тур де форс, бросил ногу, оп, и на колено. У нас, значит, были выпускные экзамены, и все, и было раньше было распределение. Значит, я там, ну, тоже я не хочу хвастаться, но был один из лучших учеников. И дети, которые, в общем-то, были очень средние такие, они попали в Большой театр. Ну, значит, у меня такое, не то что, но, может быть, это, знаете, такое детская еще обида была такая, что почему у меня не в Большой, а вот этих... А тогда был Лавровский балетмейстер. Он говорит: ну зачем мне маленькие танцовщики не нужны? Может быть, они и очень, так сказать, высокого класса, но, в общем, ему он подбирал. Раз, два, три, раз. И раз, перекидной, два. Руки перед собой. Вот ты остановился здесь. Перед собой. Четыре. И идет шоссе. Лисат под шар. А где это? Нет, пойду. Ну, значит, я не пойду в Станиславский, пойду в институт. И я пошел в эту приемную комиссию в институт, а там было столько народу, я думаю: а нет, не пойду никакой институт, пойду опять в театр, но не хочу я. И я поступил в институт. Мои трудный институт, сложный институт очень, много очень там и математики, сопротивление материалов, и электротехника такая, все, но очень сложный институт, конечно. Начинаешь этой ногой и себя отбиваешь с оси сразу. Ты понимаешь, да? Понял. Приход идет вот куда, понимаешь, да? Да. А не туда. Хорошо. Иди делай еще раз. Вот такого, конечно, вот как вот я сейчас преподаю, таких замечаний даже и не делали, понимаете?
Николай Иванович, он вот тоже, вот Тарасов мой, он не вставал со стула, он уже был так мужчина в возрасте. Он говорил мне: «Валдырь, показывай». И что-то я там показывал всем, и вот так было, да. Вот так было, да. А чтобы это вот так вот подходить, и ноги выворачивать, и куда нога, куда сюда, и сядь перед этой на эту ногу, а тут впереди. Нет, такого нет. Вот сейчас даже ученики, они думают, что они знают больше, чем ты. Конечно. Вот сейчас ученики. Это, по-моему, это естественный такой процесс. И очень трудно с ними, очень трудно, очень. Трудно. Уже когда они приходят в театр, они становятся совершенно другими людьми. Главная миссия – это преподавание, это педагогика. Скорее даже не репетиторство, а педагогика. Потому что он умеет сделать, вылепить, это очень тяжело. Потому что вот этот скульптор, который работает, ну там, 8 лет на протяжении учебного процесса, да, да еще потом в театре. Парим, пам, пим, пам, пам, тарам, парим, тарам, парим, тарам, парим, и тьям, пам, пим. Все. И вот этот человек отличается какой-то своей особой человечностью. Я даже иногда говорю, столько всего увидеть и остаться таким добрым. Вот иногда его поведение на репетиции, он ведет себя всегда как ребенок. Как ребенок, не совсем уверенный даже в себе. Такой желающий помочь, а такой человек не может сидеть в кресле. Поэтому он активный, он стремится туда ворваться, вгрызться и помочь. И он же маленького роста, и он подлезает под этих здоровел таких несграбных. И вот из-под плеча вот говорит: ну понял, понял, понял. Янушек, 3 там восьмушечки. И раз, два, три. Левой ногой. И раз, два, три. Там, знаете, прошла моя такая творческая жизнь в Харькове. А здесь вот... Танцовщика. Да, танцовщика. Она небольшая, конечно, небольшая, но довольно-таки такая, ну, я бы не сказал, что яркая, но... Это мне еще не было 30 лет даже, и все это... Конечно, безусловно. Да, 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 да. Это да. Было пережить очень тяжело. Угу. Ну ничего, ну, уже все прошло. Что об этом говорить? Ну, можно переоденем девочку. Ну, тогда жалел, конечно. Он пережал. Тогда жалел. Но потом, когда я окунулся уже в это... такое педагогическое начало, уже оно как-то немножечко снивелировано. Но первый – это такой очень сложный период. Переобулись уже, да? Переобулись, да? Да. Можно, да. Можно, можно. Что ну, там? Скользко, понимаете? Она делает тур и сходит с пальцем. Уже скользко. Я держу. А, на плечо? Это, что это? Это кто поднимает? Она на плечо, да, залазит? Ну,
Надо просто попробовать костюм. Ну, попробуй. Ходили в костюм. И они были пара, конечно. Когда они выходили, это было гром аплодисментов. И я говорю, что все, кто в театре, все бежали, все смотрели. Денисенко. Да. Ты не знала это, да? Не знала, да? Бедная девочка, она первый раз на сцену вышла. И все запуталось. Да? Мало того, что этот тебя не держал, так ты еще... Боже мой, где я, мама? Мама, я вышла на сцену. А мамы нету, Бабушка, где я? Бабушка там. Перо это сделай с ней, здесь вот здесь. Так я делал уже. Сделал? Ты уже делал? Платье? Нет. Ну а что ты говоришь, ты сделал? Вот здесь делаем. Понимаешь, это вот идет, вот знаешь что? Вот отсюда идет. Вот ручки раскрой, а потом уже сделай. Пам, да. Во, вот так. А потом она, а потом мама Демы. Мама. Поэтому я и говорю, послушай меня. Вот ты села здесь, да, подобрать сделала вот так, вот вокруг себя подобрать. А туда она идет и. Она одевает сюда маты чудо. Вот, еще, теперь правую руку форс. Правый сделай ей форс. Правый. Называется. Ну, Владимир Андреевич, это Владимир Андреевич. Ходит выворотно по первой позиции. Вот, любит пошутить так. Повторять слова некоторые выражения. Да. И пошла. Плие, куда? Куда плие? Я говорю, Владимир Андреевич, а вас фильм снимает. Ну и что, Алла? Ну зачем это нужно? Алла, ну я не понимаю. То есть он как бы вот не осознает нужности этого. Владимир Андреевич, я этот номер посвящаю вам, потому что вы вот настоящий Пьеро. Мысль, что, знаете, человек хочет что-то сделать,
а что-то ему мешает, какие-то или внешние силы, или какое-то внутреннее состояние, которое ты не можешь перешагнуть через это и изобразить, понимаете? Вот такое вот.